Скоро начнется распродажа в Стиме со скидками до 75%. Если вы не знаете, как купить желаемую новинку и закупиться играми на год вперед, на помощь приходит сервис Купикод. На Купикоде можно как пополнить баланс кошелька с минимальной комиссией, так и купить игры напрямую на сайте и получить их гифтом на свой аккаунт. И важно заметить, что Купикод полностью повторяет распродажу Стима. То есть все скидки на игры в Steam есть и на Steam Купикод. И самое главное, на свой российский аккаунт можно купить игры, которые недоступны в магазине Steam. То есть больше не придется париться с созданием новых аккаунтов. Чтобы пополнить свой аккаунт Steam, вводите логин и указывайте сумму. А используя мой промокод EmbraNew, вы снизите комиссию на 2%. Купикод – это самая настоящая игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности, поэтому рекомендую всем авторизоваться, чтобы получать постоянно кэшбэк. Через Купикод можно даже пополнять казахстанские аккаунты Steam. Нужно нажать кнопку переключения валюты и ввести сумму в тенге, а удобный калькулятор все посчитает за вас по актуальному курсу. На Купикод также появились карточки пополнения Steam для других регионов. Не упустите шанс пополнить свой Steam аккаунт быстро, безопасно и с минимальной комиссией по ссылке в описании. Привет, я Эмбра, и я попал на мультиплеерную игру Качанова. Он даже мне дал левый Steam аккаунт, чтобы меня нельзя было по профилю пробить, потому что суть здесь в том, что игроки не должны знать, где я сижу. Вот только моя страна будет прокачанная со старта очень сильно. Скажете, так меня же быстро найдут. А нет, дело в том, что я такой буду не один. Некоторые страны в мире будут так же прокачаны, как и я, поэтому игроки меня сразу найти не смогут. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и поехали. Болгария сделала претензию сейчас на меня, давайте я на нее сделаю, только вот у нее тоже есть тяжелые танки. И это может быть... Ой, проблема, да, она на меня уже напала. Ну тогда давайте начнем двигаться. Пробиться у нее не получилось. А вот сейчас наши тяжелые танки подъедут. Болгария явно не ожидала, что у меня тоже будут танки тяжелые, тем более это в таком количестве. Поэтому сейчас мы ее быстренько проносим. О, на меня здесь напала Чехословакия. А ну-ка, давайте подведем и сюда танки тоже. А на меня еще Венгрия напала из Греции, приходится сражаться, а я Болгарию еще не добил. Тут еще Польша появилась, поэтому тяжко на самом деле со всем этим справиться. Но это ладно, еще как бы можно, но четвертая скорость. И игра нереально лагает. Именно не то, что комп не тянет, а нет. Пинг высокий, дивизии реагируют на все движения очень долго, кнопки нажимаются тоже долго. Из-за этого тяжело как-то сориентироваться на поле боя и реально что-то хорошо сделать из-за этой вот бешеной задержки. Но у меня что-то да получается. Но это пока что. Вот эти все соседи, они слабенькие. Они хоть и создали вот этот большой альянс Сигмы, который прям серьезный, но ничего он нам сделать не может, потому что у нас танки, промышленность максимальная, исследования максимальные, все очень крутое. И потом, скоро, мы встретим таких же крутых, как и мы. И вот там уже будет реально весело. А это вот Балтика, Италия, Либерия, еще там куча стран, разбросанных по миру, которые такие же крутые, как и мы. И вот с ними воевать же нам тоже придется. На Балтику, кстати, я уже налетел на одну из этих перебафанных стран, она отвлечена сильно на другие свои войны, поэтому можем ее спокойно здесь прожимать. И также, кстати, еще Польша капитулирует. Как же тут все лагает, это пипец просто, я с ума схожу, нажимаю что-то и оно... О, сейчас, кстати, быстро. Короче, смотрите момент. Италия, да, она тут вон такая вот, затащила все. Войску немного, промка хорошая, у нее тоже дофига ресурсов. Но, а что если на нее сейчас налететь? Советский Союз, он немножко отвлечен. Конечно, Италия, она тут отвлекается только на Швейцарию и Эфиопию. То есть фигня, и она может вполне все силы бросить на нас. Но от нападения на нее останавливает то, что у нас людских ресурсов нет. Я хоть и повысил до 10%, но все равно здесь не хватает. Страна мы маленькая, а эти территории все не считаются национальными. А тут нас, конечно, пытаются ковырять, конечно, не получается. Но тем не менее, вдруг на нас все же потом советы налетят до того, как мы разберемся с Италией. А мы с ней быстро не разберемся. Кстати, Либерия выставку сделала в Британии. У нее тут тоже ресурсов много. И она вон скушала большую территорию. Португалия тоже сюда выставку сделала. Латвию здесь мы с советами, кстати, сейчас неплохо зажали. В принципе, если вот эти вот войска, которые у нас здесь освободились, я направлю просто в Италию, вполне себе мы тут сможем себя комфортно чувствовать. Ну, плюс еще как бы две вот эти вот армии. То да, давайте сейчас быстро здесь закончим, и я перекину войска наши на Италию. Здесь нас даже кое-как пробили, ничего себе, ну давайте что-то будем делать в таком случае. Пошли-ка вот сюда вот. Минус 13 дивизий вот здесь. Танков, конечно, мало осталось на этом вот фронте, поэтому нас тут пробивают. Кстати, если сейчас здесь поатаковать, а ну стоять, подожди. Если здесь поатаковать, то вполне мы можем тут котел сделать. Австрия же право прохода не дает, поэтому это тоже котел. Давайте закроем. Здесь хорошо сопротивляется, конечно, Балтийская ассамблея. Чех удалил все войска. Ну ладно, давайте захватим его. Фронт, конечно, с Австрией мне вообще не нравится, но нам придется все же его расширить. А то она сейчас Германия закончит и может потом пойти на нас. А тут какой непробиваемый, а? Его реально невозможно пробить. Ну это просто пипец какой-то. Да и войска сюда тоже страшно увозить. Но на Италию хочется. Хочется пойти.
Ну, с Рейхом там уже покончено, так что у нас Западный фронт, по сути, свободный, поэтому давайте сейчас несколько армий переведем вот сюда вот на границу с Италией и начнем войну. Давайте рискнем. Ронник, прими проход по территории! Сейчас приму, но мне еще войну не объявили. Италия начала уже подводить свои войска сюда, но давайте, поехали, двигаемся сюда вот. Тут, конечно, началась фигня такая вот из-за того, что я отвлекся, но ничего, войска свои я вроде как спасти успел. Сложно все это контролировать, а этот нереально жесткий, блин, его фиг пробьешь вообще, у него же тоже такие же танки, как у меня, и из-за этого тяжело тут что-то сделать. А советы не особо помогают, у них там тоже хватает проблем. Советы хотят союз создать, да давай, давай, помогай нам. Хотя, может быть, я зря согласился, тут, посмотрите, как советом мучает Иран. Он же тоже здесь жесткий с этими танками. Хотя их тут явно сложнее использовать, чем у меня. Я все еще сижу, жду, пока Греция закончит. Мишань, прости. Пиздец. Мишань, все, прости, ты меня пришел. Нет, он сражайся. Да у меня вся армия стоит с Румынией, я сейчас сосну. Мне нечем защищать тебя. Какая разница? Давай, Мишань, ну пожалуйста, пони. Блин, здесь фиг что сделать. Куда вы побежали? Куда эти войска? А, точно, через Советский Союз, точняк. Давайте, убегайте. Здесь. Либерия на нас тоже нападает, так, поехали. Давай. Если что, я сразу вот этих туда кидаю. Так, тут никого нету, прекрасно. Быстро сюда вот плывем. Тут надо атаковать, чтобы их держать сразу. Так, только тут флот, не знаю, Италия есть. У меня уж корабли там есть. А у меня кораблей нифига нет, потому что у меня людей нету, чтобы их там заспавнить. Блин, ну просто откуда? Ну, ай, ёб твою мать. Откуда? Как они проплыли? У меня только что... А, это... Алло, Боль, занимайся там. Давай-ка всех красных сюда. Только у меня, блин, конвоев же нету. Так, конвой-то я могу производить. Корабли не делал, чтобы они людские ресурсы не тратили. Не думал, что они здесь мне, конечно, пригодятся. Но конвои людей не тратят, поэтому можно. Так, здесь, может, поковыряем их как-нибудь. А, не получится. У меня же там тоже тяжелые танки вот эти вот. Ну, погнали вот сюда вот. А, Либерия сюда выставку сделала. Класс. Надо как-то среагировать. А зачем я держу вот эти вообще войска на границе с Советским Союзом, если Советы мои союзники? Давай быстро. Быстро бежим на ЖД-шку сюда. Это не пешком, они пешком бегут. Ну-ка, может как-то сейчас задержим их здесь. Авиация здесь стоит. Отсюда возить тоже нельзя. Но новую... Нет, на самом деле дофига самолетов, но я их не могу поставить. Потому что людей нет. Здесь особо не поатакуем. Так, сейчас эти танки сюда подъедут. Сюда проходим. Может быть, кстати, Сицилия пустая у него. Попробуем ее взять. Этот вот давай тоже оперативно пытаемся избавиться. Здесь... Я не очень уверен в этой высадке. Да, тут все круто, конечно. Но он подвел сюда такую толпу. А у меня тут ВДВшки стоят. Здесь... Ну-ка. Котел, кстати, получился. Закрываем. Тут просто стоим. А здесь... Ну, надеемся, что хотя бы мы тут продержимся. Может быть, как-то ВДВшками сейчас еще и сюда вот ударить. Ну-ка, у нас же тут есть 12 дивизий. Я, конечно, сейчас их с Австрии сниму, но думаю, пофиг, Австрия на нас явно не будет реагировать. Давайте еще сейчас сюда сделаем высадку. В порт и рядышком, что мало ли что там. И... Тогда перекинем, не знаю, вот эти войска, наверное, лучше не трогать, какие-нибудь возьмем вот отсюда. Кстати, давайте, 21 дивизия, гони вот сюда вот. И в Рим еще давайте выставку нарисуем, попробуем. Греция предлагает мир, да? Нет, спасибо. Советы, кстати, войска сюда свои подвели. Как у вас там дела? Ну, нормально. Ой, а вот это уже ненормально. Я очень хочу ему помочь, но, мне кажется, никак мне не выйдет это. Так, ну-ка, давай, появитесь там. Опа, нормально, до морской базы. Фух, сюда. А в Риме стоят войска у них. Значит, Рим минус. Вот эти. Сейчас быстренько морскую базу нужно взять. Тут, кстати, атакуем сразу. Чисто, чтобы просто их держать. Эти подходить скорее сюда. У меня конвой накопились. Давай, но они под истощением, конечно, тяжело. Этих, я не знаю, наверное, тоже пускай атакуем. Потому что вдруг они сейчас войска начнут свои перекидывать. Хоть поубиваемся, но все равно. Так, а ты чё? А, да, там же войска убиваемся. Значит, давай не сюда, а куда-то вот сюда сделаем высадку. Все, этот взяли. Порт. Теперь давайте фронт ставим вот сюда. Быстро, беги. Сюда сделали выставку. О, тут никого нет. Так, Ну каким образом это говно происходит, блядь? Ой, ну каким образом? Ну каким образом? Я все самолеты поставил, что можно. Как он это пробил, блядь? Давай берем сейчас эту морскую базу. Италия хоть сейчас и большая, но она должна будет капитулировать, так как это территория национальная. А здесь? Ну-ка, погнали, атакуем. Тут уже мало кто стоит. Можем проходить. Может быть... А, слушай, а если сейчас я через Венецию пройду вот так? Гарам. Там падение Владивостока. Началось, блин, я просто боюсь, Восток сейчас к нам с Востока еще могут зайти. А Советы войска свои держат. А, тут еще. Ну-ка, давай сюда. Я не могу. Алло, быстрее, Воль, давай работай там, че хуйня? Что работает, снабжения у меня там нет. У меня ядерные боеголовки изучились. Надо спасти здесь наших вот этих, так что... Давай-ка, подходим тоже быстрее. И самое главное, сейчас же я войска вообще не прокачиваю. Я очень давно их не прокачиваю, потому что людей нету. Я, конечно, могу сейчас некоторые дивизии просто распустить, но мне кажется, что их потом мне просто не хватит. Вот эта вот конница, она здесь нужна для прикрытия морских баз. Здесь, может быть... Да нет, видите, все вплотную.
Тут тоже лучше пока войска не трогать. На самом деле, их тут для вот такой большой заварушки маловато будет. А, точно, он же есть советник на людские ресурсы на ненациональной провинции. 100 тысяч мне сейчас добавило. Пойдет. Кстати, самолеты. Блин, их же нужно сюда вот разместить. В Альпийский регион. Точно. Ну, соточки сейчас людских ресурсов еще хватит, чтобы поубиваться. Поэтому нормально. Но здесь войска, кстати, очень сильно истощаются. Нас из-за этого пробивают. А у них войска... А, ну у них они тоже истощаются. Но все равно как-то здесь такой себе. Ну-ка, 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 стой. А он все равно едет. Я вроде вот... А, пропал. Допустим. Так, давай-ка сюда. Тут троечка танков. Но я ее не пробью, да, пехотой? Да, тут... Слушай, или пробью. Нет, не пробью. Тут вообще невозможно. ПТОшек я тоже дофига понаделал. 40 тысяч, но... Слушай, а если сейчас я просто войска... Вот у нас пехота. Вместо, не знаю, роты связи, блин, реально ПТО поставить. Уже как бы будет неплохо. Да и версия такая, что здесь с брони не пробиваешь, что ты ее в принципе не пробиваешь. Ее чуть-чуть пробить нельзя, как в новых версиях. Но все равно пускай будет ради бронетанковой атаки. Но сейчас здесь морские базы я строю, поэтому ситуация должна улучшиться. А тут постепенно надо их дожимать. Опа, котел здесь получился. Давай-ка закрываем быстро. Давай, давай, давай. А здесь? Так, нормально. Давай сюда. Помогать надо все же хотя бы немножко нашему другу совету. Италия войска, кстати, отсюда свои вдруг начала уводить. Ну-ка, стоять. Блин, жалко. Я... Ну, что отвлекся? На этот кого у нас? Мог закрыть их тут, попытаться. Ух ты, нифига себе, они тут пробились. А ну, слушай, надо уплывать тогда. Двушечка, можешь уплыть? Толпой такой сюда ударили. Нужно быстрее здесь сейчас заканчивать и наши войска переводить сюда на север. Так, тут пока нормально. Эти войска я спасти смогу, интересно. Или морская... А, морская база не здесь. Ладно, отбой. Все, сейчас давайте быстро их здесь закроем. Вот эти красные сразу, пожалуй, идите вот сюда вот. И будем здесь пробовать атаковать. А эти, ну эти, походу, потеряли уже. Сюда пытаются выставку... А, это греки пытаются выставку делать. Может, как-то здесь пробьемся. Но тут у него тоже плотность вся стоит. Хотя тут, на самом деле, вообще укрепление понастроить было бы неплохо. Давайте, а то мне сейчас строить нечего. Везде все построено. Вот укреп... А, тут максимум два. Кстати, давайте здесь тоже укрепов. Вообще, на всякий случай, лучше понастроить. Везде, короче, укрепы тыкаю. Пускай будут на всякий случай. Хоть это и двушка, но, знаете, пригодится. Я поставил отправка мамы на фронт. Ну, это всех под ружье, 25%, и у меня людей все равно не хватает. Вообще просто. Италия такая же жесткая, но у нее хотя бы людей хватает. Потому что она, ну, большая в принципе, а у нас тут, вон, 4,5. И все, и там по чуть-чуть. Так, ну здесь я войска на самом деле разместил, на всякий случай, потому что американцы, вон, свои подвели. Пускай наши тут стоят еще войска. Мало ли, что вдруг нам войну объявят. Тогда уже будет полный пипец. О, опять Грецию делят. А как так получилось, что у нас территории эти отжали, они же были оккупированы мною? Я их там застраивал. Пипец, взяли, отжали территории. Я ничего не отдавал. Поставил, значит, самолеты бомбить корабли противника, и что-то даже получал. А ты смотри, а? Неплохо. А то, смотрю, мешают нашим. Давайте разбираться. Так, только тут пробивают наших пехотинцев. Вот сюда перевел танки. Погнали слушивать сюда вот, а? Так, значит, самолеты разместим сейчас. Атакуем сейчас вот сюда. Давай, поехали. Давай, давай, давай. Этих тоже сейчас ковыряем. Прошли. Дальше сюда. Сюда, сюда. Атакуй срочно. Давай, давай. Давай, давай сюда. Атакуем здесь. Держит еще и с этой стороны. Ну давай хотя бы вот так сюда. Держать-то их нечем. Ай, встал он сюда, 3 дивизии поставил. Может получится, ну-ка держим. Чтобы он больше... Да, давай тыкайся. Давай, давай, давай. Эти, тыкайся, 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 держим. Давай, давай, давай. Как же он долго тыкается, тыкайся. Давай, давай, давай. А тут наши войска сразу перестают атаковать. Чего вы боитесь так танки эти? Перестают атаковать, а? Из-за этого они могут убежать сейчас. Надо держать. Давай. И этих сейчас тоже тыкаем. Нет, убежали, нет. Может успеем, успеем. Ну, хотя бы так, знаешь. Там поменьше их, конечно, осталось, но хотя бы так. Такая каша здесь. Отсюда, конечно, нас выбили, но ничего, нормально. Давай сюда. Сюда. Тут. Спокойно. Ой, Советский Союз. Надеюсь, тут с кем мы воюем. Я уже не помню, вообще, с кем мы там еще воюем. Меня беспокоят только вот эти вот. Надеюсь, здесь сзади нас тоже беспокоить не начнут. Кто там сидит на Советском Союзе? Свяжитесь, пожалуйста, со мной. Я хочу попросить прощения. Да, я мог там хотя бы парочку дивизий для приличия отправить. Но я даже этого не сделал. Мне нельзя играть в эти мои игры. Если мы сейчас его не найдем, ну, как бы пол Европы нам прокапает, и все, и вы, ну, как бы, обсервы, и все, и... Ребята, я нашел его. Ну, короче, надо его найти по-быстрому и капаем. Вы посмотрите на количество промо у Румынии, обратите внимание. Качанов сказал, что сейчас будут меня развлекать. Я, на самом деле, боюсь представить, как это развлечение будет реализовано. Может, мне сейчас все войска уже перекинуть вот сюда, построить круг, вот как, по примеру, Балтики, и сидеть просто. Походу, сейчас я этим и буду заниматься уже. Я же там не знаю, что происходит на фоне. Поэтому, может быть, он сейчас всем расскажет то, что я здесь сижу. Может, они там не догадались, может, догадались уже. И, в общем, все на меня нападут сразу, тогда да, мне валить нужно на свою родную территорию сразу же. А на нас собирается напасть Япония. Так, подожди, Япония, у нее альянс какой-то есть? Не, нормально. У нас можно лететь же Норвегия еще. Турция. А, кстати, Либерия выставку сделала. Сейчас забрал с фронта США, значит, войска наши вот эти. Рискую, конечно.
Ну, что поделать, тут хотя бы среагировать успею, уже стоят. Но здесь важнее сейчас разобраться. Все-таки тут Румыниш как бы находится у нас, наш. Но чувствую, надо сейчас осторожничать, потому что гасить будут 100%. Прям 100%. На Турс тут успею среагировать, и одна армия, конечно, стоит. Возможно, Грецию даже придется продать. Здесь надо сейчас тоже войска разместить. Сюда вот на Норвегию я направил, а на Турцию сюда вот, где Украина, надо поставить тоже. Здесь я сейчас войска его закрою, а вот тут... А ну-ка, кстати, пошли на Валерочку. Может, сейчас возьмем морскую базу. Стоять. Сюда сейчас прошли. Так, с танком, ну, конницы мы его, конечно, не продаем. Польша вдруг капитулирует. Почему я здесь не участвую нигде? В мирной конференции проходят, забирают территорию. Я здесь вообще не участвую. А вот сейчас-то Балтика забирает территории Польши, которые я оккупировал. Я очень надеюсь, что сейчас по границам ничего не изменится. А вот никак здесь сейчас произойдет. Потому что если это все-таки произойдет... А, я даже не хочу это представлять. Оно уже минуту вот так. Ну и чё? Как бы тут будет что-то происходить? Я надеюсь, там они без меня сейчас не играют. О, не, нормально, пойдет. Так, давай-ка сейчас сюда. Блин, ну пятая скорость, конечно, я привык играть на пятой с ботами, ну когда? Может быть, что-то даже и получится. Стой, надо сюда пройти. Этого держим, сюда. Тут нафига вообще мы стоим, я понять просто не могу. Сузим фронт, и чтобы здесь больше войск стояло. Может быть, даже пока что я вот этих вот подключу, потому что сейчас зачем они здесь? Не, ну понятно зачем, но как бы тут они, мне кажется, на данный момент нужнее будут. На Норвегию сейчас Япония напала, кстати, поэтому все, можно спокойно сюда войска уводить. А где эмблема? На какой стороне? На какой стороне эмблема? А американцы воевать-то как? А как воевать? Сука, скажи, на какой стороне эмблема? Я нападу, только скажи, на какой стороне он? Да. На Румынии! О, на это... Румынии? О, он все это время на Румынии играл? Да! Я же это время с ним воевал? Реально? Я хотел на него ядерную бомбу скинуть, реально? А теперь Турция, Норвегия, нападайте на Румынию, чё вы сидите там? США уже претензию, кстати, оформили. Пипец. Сейчас, скорее всего, нападут уже. А Норвегия-то чё? Так, чё с Норвегией-то делать? Может, с Турции пока увести все? Но Турция, ну, видите, не особо занята, поэтому... Не знаю, но у неё претензий нет. Все, Норвегия все-таки напала. Все-таки она напала. А США пока нет. Ладно, сейчас войска сюда подводим быстренько. Главное, чтобы нас не закатлили, надо осторожно это делать. Тут, кстати, Либерия выставку сделала, но конница, видимо, их не пропускает. Авиацию срочно тоже нужно переводить. Пробовал сюда вот сейчас и атаковать, но оно вообще не выходит. У них даже не коцается никак организация. Просто такой можно закрыть, если постоянно атаковать. Постоянно атакуешь, у них войскам некуда отступать, они исчезают, но здесь урон ноль просто наносится, и поэтому организация у них не тратится. Еще мирная конференция. О, слушай, а в этой хотя бы я участвую. Это я сейчас что-то себе да позабираю наконец-то. Там с Рейхом разобрались, а он глава альянса вот этого, поэтому сейчас я себе тут позабираю. Так, Турция на нас тоже собирается нападать, а у меня войск нету. Так, ладно, давай-ка сейчас в таком случае просто отступать отсюда. А что еще делать? Давай. Американцы на нас сейчас напали, Турция тоже. Здесь, может, мы их сейчас успеем закрыть. Давай, давай. Сюда. Так, это нужно срочно растянуть. Фронт. Давай, войска как-то вывести получится, либо же, кстати, слушай, может быть, вот так вот сейчас сделаем? Нет, понял, не сделаем. Здесь, сейчас мы закончили, есть. Тут, может быть, что-то сейчас да получится. Ну-ка, давай сюда сейчас пройдем, каким-то образом. Я-то понимаю, что все это без шансов. Но они, да, я ожидал, что он так будет. Это и есть то развлечение. А ну, слушай, красные, вы же сейчас подошли сюда. Может быть, что-то как-то сейчас поделаем? Я все равно буду пытаться сопротивляться до последнего. Ну, или до почти последнего. Посмотрим. Кое-где здесь брешь в обороне есть, можно сейчас атаковать. Игроки же тоже отвлекаются, поэтому можно тут пытаться котлить. Ну-ка, давай-ка сюда, сейчас этих закроем, если получится, конечно. Тут вообще, на самом деле, желательно войска просто вывести. Но там стоим. Да и сейчас, пока буду отрисовывать, это все 100 лет пройдет. Поэтому, пускай оно так будет. Этот вон уже разбушевался, потому что у меня все войска убежали вдруг. Угу. Этого мы сейчас закрыли. Ну-ка, давай сейчас. Может, уничтожим войска его. Да, тут... Блин, знаешь, как надо делать на самом деле? Американец, я там резервы скинул внизу Румынии. Сюда дивизии. Стойте, а можно ядерную бомбу скинуть? Снизу Румынии, где Италия, посмотри. Можно ядерную бомбу скинуть? Я в тылы ему дропнулся. На самом деле, вот эти войска сейчас нужно просто отсюда выводить, как можно скорее. Нет, вот это надо, кстати, тоже убрать. Давай сейчас вот так вот сделаем, и вот эти войска постепенно будем отсюда выводить. Постепенно, насколько это возможно, потому что сейчас, если так вот быстро их вывести, там же явно их закотлят. Ну, вот как сейчас делают. Ну, делаю последний отчаянный шаг сейчас, я вот это все перекидываю просто под одного фельдмаршала и переводим его вот сюда вот. Этих давайте тоже вот сюда. Красный пока пускай держит, вот этот вот здесь. Остальные вот тут. Он бежит, конечно же он бежит. Наступаем по всей ширине фронта. В следующей серии Румыния захватывает. Адское выживание на Румынии.
Ну, посмотрим, что из этого сейчас получится. Не, ну, красных, наверное, тоже, да, давайте сюда будем переводить. Тоже пускай бегут. Получается, короче, как-то вот так. Небольшой зеленый островок в этом красном мире. Ну, авиации, слушай, неплохо. Кстати, у нас же людские ресурсы появились. А давайте, может быть, разместим по самолетам, кстати. Ой, подожди, давай укрепы. Нас же сейчас особо-то не атакуют, можем укрепы понастроить. Двушечку везде. И самолетов. Сейчас же можно разместить, раз у нас сейчас сотка появилась. Эфиопию можно пригласить в альянс, но это бот. А давайте. Что там, 46... Нормально. Ну, тут игроки сидели раньше, а сейчас бот. Вот они тут страну развили, так что пускай. Тоже воюют против Италии. Самолеты сейчас я разместил еще вот сюда вот. Надо еще сюда поставить. А, убежали вот эти вот. А, ну, давай. А, ладно. Ого, сколько самолетов тут я поставил. Целым рядом бегут. А, чё? Румыния объявляет... Че, серьезно? Подожди, подожди, быстро. Сюда. А, нас еще и бомбят. Класс. Давай-ка... Сюда. Подожди, не бомбите. Да дивизии выделяйтесь. Давай. Сюда. Сюда. Уже не выделяются дивизии и не хотят передвигаться. Они авиабазы все поуничтожали. А, ну да, тут понятно. Все, самолеты минус, а без самолетов здесь войска не смогут ничего сделать противнику. Да и здесь нас тоже пробили. Поэтому все. Давайте сейчас я войска уничтожу и отдадимся. Все, захватывайте меня. Он, короче, просто сделал сам себе восстание и, короче, стал его лидером и типа стал главой новой Румынии. Это настоящая улица. Я сделаю новый переворот у него, фашист. Алло, не, слушай, это было неплохо. Я давно так не потел. При том, что чтобы войска еще не выбирались нормально, не передвигались нормально, ничего нормально не работало, это у меня такой первый раз. Ты ебал в конце. Это было гениально. А в Чехии? Нет, ты чё? Где? А ты сейчас, это рандомно у тебя получилось? Не, войска все сейчас я удалил. Нет, ты же удалил войска, чтобы у тебя гражданка выиграла, и ты вышел из войны. Нет, я просто удалил, потому что я уже все. Я убрал руки с клавиатуры, и все. Короче, я тебе подсказал, блядь, что ты всех просто наебал. Ну, типа, там получилось так, что, короче, ты, типа, Румынию сдал в гражданской войне, и у тебя перемирие вышло с американцами, вообще со всеми, кто на тебя напал. То есть, и Румыния сохранилась в тех же границах, которые были. То есть, просто ты сухим из воды вышел в итоге. Ну, в гражданке же бот победил, поэтому, по сути, хоть и Румыния восстановилась, но управлять ей я не могу, если, конечно, не пересяду. Давайте мы на этом завершим. Ссылочка на канал и видео со стороны Качанов будет в описании. А если вам мое видео понравилось, то буду благодарен за подписку, лайки, комментарии и колокольчик. А также, если вы хотите поддержать канал финансово, то можете оформить спонсорку на Boosty. Играйте в мультиплеерные партии или просто общайтесь на наших серверах Discord, ссылки в описании. Скачивайте моды на русском языке из нашей группы ВКонтакте или там просто делитесь интересными моментами. Я с вами был Эмбра, спасибо большое за просмотр и до встречи. У меня ядерные боеголовки изучились.